Программа «События» на телеканале «Экспресс», в студии Демид Густов. Здравствуйте. О главных новостях к этому часу в ближайшие 30 минут. Миллиарды рублей на развитие нашего региона, а также новые деловые связи. Пензенская область на Петербургском международном экономическом форуме. Мы как бы готовы все формы сотрудничества дальше развивать. Ровно в полдень на площади Ленина «Экспресс» готовит сюрприз для своих зрителей в честь юбилея. Будет большая возможность пообщаться с любимым ведущим. Спортивное лето. В Пензе стартовали соревнования среди дворовых команд. Ура лету! Ура спорту! Ура здоровью! Петербургский международный экономический форум – деловое мероприятие мирового уровня. Каждый год в северной столице собираются десятки тысяч представителей бизнеса, политики, общественные деятели. На базе данной площадки обсуждают ключевые вопросы в сфере глобальной экономики, развития передовых направлений производства. Все это на самом высоком уровне. Участие в форуме принимает и пензенская делегация. Возглавляет ее Олег Мельниченко. Программа, она рассчитана до 8 июня, включает ряд деловых встреч, а также презентацию инвестиционных потенциала региона на выставочном стенде в павильоне «Экспо-форума». Кроме того, запланированные встречи с представителями других субъектов и компаниями-инвесторами, некоторые из них уже состоялись так. Например, флагман российского сельхозрынка дополнительно вложит 16,5 миллиардов рублей в расширение действующего у нас проекта по производству индейки. Соответствующее соглашение уже подписано, о других договоренностях в первом материале. Свыше 2,5 миллиардов рублей в развитие пензенского СКБТ намерена вложить компания S7 Group. Соответствующий документ уже подписан. Официальная церемония прошла на площадке Петербургского международного экономического форума. Делегацию нашей области там возглавляет губернатор Олег Мельниченко. Завод в веренном вам регионе, он является одним из ключевых элементов, да, вот в этой технологической цепочке. Мы, конечно, возлагаем достаточно большие надежды, ожидания и намеренные инвестиции тратить, да, то есть расширять производство. Предполагается создание не менее 65 рабочих мест. Главная цель – обеспечение необходимыми комплектующими отечественных производителей. А вот проект по замене в промышленном оборудовании нержавеющей стали на более современный композитный материал губернатор Пензенской области обсудил с руководителем Центра поддержки инжиниринга и инноваций. Организация является оператором грантовой программы по так называемому «доращиванию для российских технологических компаний», занимающихся разработкой и созданием продукции под задачи отечественных корпораций. У вас кластер станкостроения развивается. Это тоже приоритетная задача, теперь поставлена президентом. До следующего года, я надеюсь, появится новый национальный проект на эту тематику. Мы активно работаем с Минпромторгом, чтобы включиться как инструмент и в национальные проекты. Поэтому надеюсь, что и здесь вам можем быть полезными в будущем. В современном рынке мы должны быть конкурентоспособны, а без постоянной инновационной активности этого никогда не достигнешь. Без этого тренды невозможно задавать. А это уже встреча международного уровня. Губернатор Пензенской области провел переговоры с чрезвычайным и полномочным послом Корейской Народно-Демократической Республики в Российской Федерации. Пензенская область заинтересована в укреплении сотрудничества с КНДР и в экономической, и в культурной сферах. Чрезвычайный и полномочный посол КНДР, в свою очередь, отметил, что его стране также интересно такое взаимодействие. Син Хончхоль подчеркнул, что есть много вариантов для сотрудничества в машиностроении. Что касается сельского хозяйства, то он предложил направить свою делегацию к нам для обмена опытом. Стороны также обсудили возможность развития туризма. Для тысяч девятиклассников сегодня особый день. Школьники сдают один из обязательных государственных экзаменов. Это испытание необходимо пройти для того, чтобы получить аттестат об основном общем образовании. Всего 25 заданий, включающих в себя блоки алгебры, геометрии и реальной математики. На решение у ребят есть 3 часа 55 минут. Списать не получится. За соблюдение порядка следят и независимые наблюдатели, и видеокамеры, фиксирующие каждое действие экзаменуемых. Подробнее о процедуре сдачи ОГЭ в этом году. Далее. Второй обязательный – математика. Перед началом экзамена выпускники 9 классов стараются максимально долго побыть на улице. Большинство не скрывает улыбок, хотя к этому испытанию своих знаний отнеслись очень серьезно. Многие занимались с репетиторами. Очень долго. Вот этот год, 9 класс. И я подготовилась хорошо, думаю, на 4 точно сдам. Ну, я, конечно, с репетитором готовился, но все равно мне кажется, что каждый может сам подготовиться. Пассивно, так. Ну и ходил к репетиторам, и не ходил иногда, ну так.
Прежде чем отправить в аудиторию для сдачи ОГЭ, у каждого ученика проверяют паспорт и осматривают с помощью ручного металлодетектора, чтобы подростки не пронесли с собой запрещенные предметы – шпаргалки и смартфоны. В 4-й гимназии ОГЭ по математике сдают 254 ученика из двух пензенских школ – 28-й и 77-й. Задействованы 17 аудиторий. Экзамен длится 3 часа 55 минут. Он состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Первая половина – тестовые вопросы. Их 19, за каждый из которых выпускники могут получить 1 балл. Вторая часть – это 6 задач, из них 4 относятся к повышенному уровню сложности, а остальные – к высокому. Поэтому за правильный ответ начисляется уже по 2 балла. Этот экзамен еще особенно здесь нужно, чтобы было обязательно выполнено правильно хотя бы 2 задания по геометрии. Если этого не будет, то тогда будет 2. Поэтому вот это немножечко грустная история. Боремся все за геометрию. Результаты экзамена по математике будут известны не позднее 19 июня. А 11 числа в рамках основного этапа государственной итоговой аттестации девятиклассники будут сдавать географию, информатику и обществознание. В минувшие выходные в Пензенской области стартовал купальный сезон. В жаркую погоду на берега рек и озер отправляются тысячи людей. Но нужно понимать, что вход в воду разрешен только в специально оборудованных для этого местах. В 2024-м в регионе таковых насчитывается около 40. Во-первых, там исследовано дно, не будет неприятных сюрпризов. Во-вторых, за отдыхающими постоянно наблюдает спасатель. В случае чрезвычайной ситуации он всегда сможет прийти на помощь утопающему. Но меры безопасности многие игнорируют, отправляясь купаться на дикие пляжи. В этом году уже есть погибшие. Обо всем по порядку далее. С громкоговорителями, памятками и яркими жилетами они снова не разлей вода. Сотрудники МЧС в рейды по Суре с наступлением лета выходят ежедневно. Пережив майские снегопады, горожане потянулись к берегам рек. В плюс 30 явление стихийное. Мы проедемся по местам несанкционированного отдыха граждан. И в случае выявления также будем проводить беседу. Даже в будние дни десятки отдыхающих. Люди выбираются семьями, в воде неизбежно оказываются дети. Отдыхают, я смотрю, взрослые, но взрослые рядом, но все равно, значит, купаться, конечно, здесь нельзя. К советам инспектора семья прислушивается. Люди признаются, на этот раз выбрали ближайший к дому спуск. О том, что в регионе 41 оборудованный пляж со спасателями, чистым берегом и обследованным дном, не знали. Это ваши дети, да? Вы их занесли? Внуки. А, внуки. А я не дам уж утонуть-то, господи. Вы, пожалуйста, за ними следите. Не ходить по илистому дну, не нырять в незнакомых местах и не играть там, откуда можно упасть в воду. Это обязательные правила поведения, которые инспекторы озвучивают вновь и вновь. Детишки плавать умеют? Они в секцию ходят? Или вы или сами научились? Да. Ну, то есть прямо в секцию, в бассейн? Но у меня даже медаль имеет. А это уже новое течение. Популярные каяки и сабборды снова заполоняют водоемы. В этих случаях собственную сноровку и опыт лучше подкрепить спасательными жилетами. Без жилета не боитесь плавать-то? Я плавать умею. Плавать умеете? Да, прыжки в воду. А вот в официальной зоне отдыха пока людей не так много. В отличие от полноценного санкционированного пляжа, плавать здесь запрещено. Но вот заходить в воду и находиться возле нее разрешается. За соблюдением правил следят строго. Да, все хорошо. Пьяные не купаются. Отдыхающих много в будний день? Да, приходят, отдыхают. Детей не пускаем в воду без родителей. Купальный сезон в Пензенской области официально открыт. Синоптики прогнозируют устойчивое тепло. Инспекторы говорят, самое напряженное время теперь выходные. Профилактику по субботам и воскресеньям стараются усилить. Основная причина гибели по статистике – это купание в необорудованных местах, а также купание в нетрезвом состоянии. Поэтому мы всегда рекомендуем купаться только на пляжах, где есть спасатели, где дно обследовано. А также ни в коем случае не купаться в состоянии алкогольного опьянения. Смертельные случаи на воде с начала года уже зафиксированы. В Пензенской области утонули 4 человека, в том числе один ребенок. И железнодорожный переезд – зона повышенной опасности. Любое ДТП на путях, как правило, отличается особой тяжестью последствий. Ведь автомобили, поезд в разных весовых категориях. Напомнить автовладельцам элементарные правила безопасного проезда вызвались пензенские студенты. Именно сегодня, в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, водителям раздали памятки и вручили сувениры.
В селе Балкашино Белинского района разыгралась кровавая драма. 31-летний местный житель, вооружившись ножом и топором, напал на свою супругу и ее родственников. Один человек погиб, еще трое получили различные телесные травмы. Злоумышленник был уверен, что убил всех и покинул место преступления. Спустя несколько часов его задержали в одном из заброшенных зданий на территории села. Все подробности выяснял Александр Маркеев. Три человека с множественными рубленными ранами, двое из которых остались в живых лишь чудом. Это кадры следственного эксперимента в селе Балкашино Белинского района. Взяв топор, злоумышленник устроил кровавую расправу над родственниками своей супруги. Умысел, направленный на совершение убийства, не был доведенным до конца, поскольку фигурант решил, что потерпевшие скончались от полученных ранений и покинул место происшествия. Его супруге удалось убежать из дома. Через некоторое время обвиняемый нашел ее на улице и нанес ей один удар ножом в область живота, после чего продолжил избивать ногами. Потерпевшей удалось выжить благодаря расторопности полицейских. Увидев автомобиль с проблесковыми маячками, злоумышленник сбежал. Позже его обнаружили в одном из заброшенных сельских строений. Мужчина не хотел сдаваться сотрудникам полиции, угрожая совершить самоубийство. Однако полицейские убедили мужчину убрать нож, после чего произвели задержание. Сотрудникам полиции он рассказал, что состоял в неприязненных отношениях с родственниками своей жены из-за постоянных скандалов. Мужчина решил свести с ним счеты и пришел в соседнее село, где проживали потерпевшие, пройдя при этом 12 километров пешком. Сейчас обвиняемый в убийстве и покушении на жизнь трех человек мужчина заключен под стражу. 84-летнему пензенцу грозит до 2 лет лишения свободы, но он подозревается в краже имущества у пенсионерки 65 лет. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в одном из магазинов города он сначала заинтересовался чужим пакетом, оставленным у прилавка, а затем извлек из него некий предмет. Владелица оперативно обратилась с заявлением в полицию. Женщина рассказала, что, находясь в магазине, оставила свой пакет и недалеко от прилавка. Сама отошла на несколько метров в сторону посмотреть товар. Вернувшись на место, женщина обнаружила, что из пакета пропал ее кошелек, в котором находилось 7000 рублей. Похитившего его мужчину быстро нашли и задержали. Он рассказал, что часть украденных денег уже успел потратить. Некоторое время назад Министерство финансов внесло в федеральное правительство законопроект об изменении налоговой системы. Если Госдума одобрит поправки, то новые правила должны вступить в силу с 1 января 2025. Итак, сейчас граждане платят 13% с доходов до 5 миллионов рублей в год и 15% свыше данной суммы. А по этой инициативе появится 5 ступеней НДФЛ. Коснется это, конечно, не всех, лишь небольшую часть населения, чей заработок весьма внушительный, но введение вызвало резонанс. Сегодня общественные слушания прошли в Пензенской области. О том, к какому мнению удалось прийти, далее. В России планируют установить 5-ступенчатую шкалу НДФЛ вместо так называемой плоской. Налог на доходы физических лиц вырастет с 13 до 15% и выше, но только для тех, кто зарабатывает от 200 тысяч рублей в месяц. Это коснется не более 5% населения, в основном представителей бизнеса. Изменения коснутся и налога на прибыль, а также упрощенной системы налогообложения. Законопроект о поправках, который внес Минфин страны, уже одобрила правительственная комиссия. Теперь в регионах проходят общественные слушания. Мы рассчитываем все-таки, что вот эти реформы, они, безусловно, они положительно скажутся на предпринимателях, потому что здесь расширяются границы УСН, которые у нас использует большинство наших предпринимателей. В том числе принимаются меры по налоговой амнистии, которые искусственно там дробили свой бизнес. Поэтому мы все-таки рассчитываем, что это положительно повлияет на инвестиционный и бизнес-климат в регионе. Дело в том, что предстоящая налоговая реформа носит с собой целью именно социальной справедливости для населения. Любой человек, любой гражданин, платящий налоги, бизнес, предприниматель, он должен понимать для себя, что те денежные средства, которые он платит государству в виде налогов, возвращаются ему потом в виде какого-то блага. Это улучшает его жизнь, улучшает жизнь его детей, его родителей. Это инфраструктурные изменения происходят в стране. Государственная дума может принять изменения в ближайшее время. В таком случае нововведение вступит в силу уже с 1 января 2025 года. Вот эти предложения мы сегодня собираем с тем, чтобы их обобщить и направить их в Государственную думу. Да, подготовить законопроект. А то, что они здесь рассмотрят и дальше, я попрошу их, чтобы они передали к нам в законодательное собрание. В свою очередь, в региональной общественной палате продолжат такие встречи, на которых будут обсуждать реформирование налоговой системы.
Ровно 225 лет назад, 6 июня 1799 года, в Москве появился на свет гений на все времена, классик мировой литературы, чье имя знакомо, пожалуй, каждому. Александр Пушкин еще при жизни был признан величайшим поэтом. Более того, именно он считается основоположником современного русского языка, поэтому его день рождения давно стал всенародным праздником. Подтверждение этому нашли в Пензенском областном архиве. Там обнаружили материалы, которые доказывают, Пушкин наше все уже не одно столетие. Алексей Кошелев полистал исторические документы. Страницы истории, ордера, письма, пояснительные записки, приказы и распоряжения. Все эти документы датированы 1899-м. В этот год в России масштабно отмечалось столетие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Наш город также не остался в стороне от векового юбилея поэта. В конце 19-го столетия специальная комиссия занималась организацией и проведением праздничных мероприятий. Не доказано пока еще, что Пушкин бывал в Пензенской губернии, но есть ряд мемуарных свидетельств, что он приезжал к своему другу Вяземскому. Поэтому Пензенская губерния для него краем не являлась чужим. Ну и, пожалуй, наверное, одно из самых главных событий того года, при котором присутствовал лично губернатор, это реорганизация улицы Большая Федоровка. Это ныне улица Пушкина. И вот в том месте до сих пор находится сквер и бюст нашего великого русского поэта. Проходили выставки, спектакли, концерты, посвященные дню рождения Пушкина. Каждая встреча была официально задокументирована, листы подшили и отправили в архив. В Пензе проходили такие мероприятия, как «Классный час», который был посвящен как раз-таки дню рождения поэта, на котором преподаватели зачитывали его произведения, стихи, поэмы. А также Пензенским художественным училищем были изготовлены бюсты великого русского писателя, которые впоследствии были отданы в учебные заведения. Удивительный случай произошел в Макшане. Туда прислали воинскую команду с оркестром. Хотели торжественно открыть памятник, народ заранее повестили. Но разразился страшный ливень, и музыканты весь этот ливень играли вот под дождем. Хотя народу пришло человек 10. Ну вот и такие факты нашлись в документах. То есть юбилей-то большой, но не везде он прошел вот так вот гладко, как хотелось бы. Приглашали в Пензенскую область на столетие со дня рождения Пушкина и специальных гостей. Приезжали деятели культуры и науки, известные в то время люди. А уже в ближайшую среду в Пензе пройдут еще более масштабные торжества. И для этого сразу три повода. На 12 июня запланирована работа более 20 тематических площадок. Для организации концерта, фестивалей, ярмарок задействуют улицу Московскую, набережную реки Суры, Фонтанную, Соборную и Юбилейную площади. И, конечно же, главную сцену здания правительства региона, где жителей и гостей областного центра ждет большая развлекательная программа «Творческий марафон», готовит медиахолдинг «Экспресс». 12 июня в Пензе состоится тройной праздник. Помимо Дня России и Дня города, еще и день рождения «Экспресса». На 30-летний юбилей наш телеканал приглашает всех жителей и гостей областного центра на главную площадь. Один из девизов телеканала «Экспресс», потому что родное. Ну а как отмечать день рождения, наверное, так же, как и Новый год, в кругу семьи. А кто близкие, родные для любого телеканала, это, конечно, его зрители. Поэтому, дорогих зрителей, мы ждем с 12 до 17.00 на площади Ленина. Для вас приготовлена масса увлекательных конкурсов, подарков. Проведут эти конкурсы и разыграют призы сотрудники нашего медиахолдинга. Каждый день вы видите их на телеэкранах, слышите на волне 105,2 FM, а на празднике сможете пообщаться с ними лично. Увидят ведущих программ авторских, утренних рубрик, которые регулярно смотрят на телеканале «Экспресс». Кто-то будет вручать призы, кто-то будет рассказывать о том, как снимается, как делается процесс телевизионный. Но в любом случае будет большая возможность пообщаться с любимым ведущим. Всех гостей нашего праздника ждут также творческие номера. На сцене выступят пензенские артисты, музыканты и КВНщики. Скучать точно не придется, как и положено в день рождения. Ждем вас на площади Ленина ровно в полдень. Хореографический ансамбль «Каблучок» – один из самых известных в Пензе. Коллектив был создан в 1975 году и обосновался в Терновском районном доме культуры. Спустя всего пару лет ему присвоили звание «Народный». Его танцоры многократно становились лауреатами всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Поэтому на концерт, собранный из лучших номеров, пришло немало зрителей. Была среди них и наша съемочная группа. Каблучок давно перерос районный дом культуры в Терновке. В зале примерно на 1500 зрителей не умещается и половина желающих. Хореографический ансамбль уникален по-своему. Он почти 50 лет носит звание народного и каждые 3 года подтверждает его. В
Это отчетный концерт за учебный год. В ансамбле занимаются почти 300 детей. В финальном выступлении заняты все – от малышей до опытных танцоров. Зрители видят лучшее, созданное за всю историю коллектива, и новинки. Этот год был очень насыщен, конечно, мероприятиями, но самый значимый для нас – мы съездили на всероссийский конкурс на приз Михаила Мурашко в Йошкар-Олу и взяли гран-при. То есть Пензенская область очень достойно себя показала. Очень прекрасное впечатление мы себя оставили. Мы привозили 8 номеров. Мы проезжали около ДК, увидели вывеску набора в группу. Также многие друзья моего брата танцевали здесь. Это нас очень заинтересовало. И вот уже 8 лет я занимаюсь в этом прекрасном ансамбле, который стал для меня уже семьей. Следующий год для «Каблучка» знаменательный. Коллектив отметит 50-летие. Придется подыскивать зал побольше. Прийти на юбилейные торжества захотят и родители воспитанников, и выпускники, а их несколько десятков тысяч человек. Спортплощадки летом – одно из самых популярных мест у школьников. С раннего утра и до самого вечера ребята играют в футбол, баскетбол и так далее. Правда, все это на уровне дворовых развлечений. Но сейчас у детей есть возможность заняться своим любимым видом спорта на совершенно другом уровне. Все как на профессиональных матчах. Тренер, рефери, турнирная таблица, регулярные тренировки. Подробнее о состязаниях далее. Добавить в лето азарта. Для дворовых команд традиционные летние турниры – это возможность показать себя. Что называется, перейти в официальное поле. Так, для шестиклассника Егора Носкова это первый чемпионат в жизни. Футбол играю не так долго, но футбол мне очень нравится. Очень много матчей смотрю, если есть время. Играю, ну, может, иногда в дворах, иногда в школе нашей. Футбол, конечно, самая популярная дисциплина, но лучшие дворовые команды определяют еще по двум направлениям – пионер и стритболу. Занимаюсь достаточно недавно, я, можно сказать, новичок. Это одни из моих немногих соревнований, в которых я участвую. Это прекрасный вид спорта, чтобы найти новых друзей. На обновленных с помощью выделенных средств губернатором Пензенской области Олегом Владимировичем Мельниченко объектах нашего образовательного учреждения мы рады вас встречать ежедневно. Летние соревнования среди дворовых команд проходят в Пензе уже в 15-й раз. Появился турнир по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия». Первый круг – отборочные игры в каждом районе города. Заявилось более 13 учреждений. Вот. Сегодня все дети получат положительные эмоции. Все-таки начало лета. У нас в течение всего лета пройдут турниры по футболу, по стритболу, по пионерболу. Все отборочные игры в Ленинском районе пройдут на площадке лицея современных технологий управления. В конце лета лучшие команды сойдутся в общегородском финале. На несколько месяцев Пенза станет столицей 12-й летней спартакиады России. В нашем городе пройдет финальный этап соревнований, в котором примут участие свыше 2000 человек, сильнейших спортсменов со всей страны. Выявлять лучших будут в художественной гимнастике, скалолазании, водном поло, синхронном плавании, триатлоне, стрельбе из лука, настольном теннисе и карате. Ну а пока ведутся последние организационные работы, о них подробно журналистам рассказали сегодня. Заключительный этап летней спартакиады учащихся России в Пензе стартует с художественной гимнастики. Соревнования пройдут с 11 по 17 июня во дворце спорта «Буртасы». В них примут участие свыше 250 юных граций со всей страны. Они же станут главными гостями торжественной церемонии открытия финала престижного турнира, которая состоится в следующий четверг в Центре культурного развития «Дом офицеров». Чтобы большого скопления народа не было, все, по всем причинам вы знаете каким, чтобы, в общем-то, дети у нас были в безопасности, поэтому они разделили виды спорта и достаточно сделали большой перерыв между ними для того, чтобы не было большого скопления. Вот, поэтому на сегодняшний момент, когда будет открытие, будет находиться здесь только художественная гимнастика. Пенза – один из 20 городов, где пройдут финалы крупных соревнований. К нам приедут более 2000 участников. Все они прошли серьезный отбор на региональном и окружном уровнях. Свыше 100 человек будут представлять нашу область дома, еще около 50 атлетов на выезде. Всего в программу 12-й летней спартакиады входят состязания по 51 виду спорта. 10 из них проведут у нас.
Это художественная гимнастика, водное поло, для нас это тоже достаточно новый, молодой вид спорта, скалолазание, тоже хочу отметить, что у нас очень хорошая материально-техническая база, в Дворце единоборств Аейков был создан скалодром международного уровня, благодаря фонду поддержки олимпийцев. А еще синхронное плавание, прыжки в воду, карате, настольный теннис, стрельба из лука и триатлон. Кстати, последние два вида программы состоятся в Каменском и Макшанском районах соответственно. Остальные состязания пройдут в спортивных учреждениях областного центра. Завершится спартакиада турниром по плаванию во Дворце спорта «Сура». Он намечен на конец августа. Это все события к данному часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте. А продолжает эфир фильм «Украсть Бельмондо». У модного московского писателя в жизни наступает кризис. Не ладится взаимоотношения с девушкой, не пишется роман. Чтобы хоть как-то изменить ситуацию, герой решает уехать в Париж и там продолжить работу над книгой. Что из этого получится, узнаем совсем скоро. Хорошее кино в 20:00 на телеканале «Экспресс». Я же с вами прощаюсь. Берегите себя. До встречи. Завтра на западе Пензенской области преимущественно пасмурно, ожидается дождь. Ветер северо-западный 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем 22 градуса со знаком плюс. В восточных районах Пензенской области облачно, дождь местами сильный. В некоторых районах возможна гроза. Ветер западный 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 16. Днем плюс 23 градуса. В Пензе пасмурно, дождь, гроза. Ветер западный 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, днем плюс 23 градуса. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.